Hello, друзья, с вами Стив Про, и сегодня я покажу вам карту замок для Майнкрафта Boy Edition. После установки этой карты в вашем городе появляется довольно большой замок, и опять же, эта карта строится мною. Но, к сожалению, я вас должен очаровать, карта хоррор, карта психбольница была удалена. Я нечаянно удалил и забыл ее сохранить, поэтому этой карты не будет. Но все же мы можем наслаждаться вот таким довольно большим замком, который вы можете скачать, перейдя в описание. Ну что ж, также вы можете, конечно, не зайти, и как видите, на верхушках этого замка расположены российские флаги. Это довольно забавно, как я сказал, в нее вы можете зайти, и также можете пострелять вот из этих пушек, внутри которых находятся огненные шарики. Да, это очень-очень классно. И давайте отправимся в саму нашу башню. Вот так. И как видите, внутри замок выглядит довольно классно и довольно просто. Но все же здесь что-то есть. Есть два портала в ад, есть три домика, два деревенских домика и один домик для зачарования, в котором вы можете зачаровать свои вещи. Да, но я скажу вам одно, что я опять сломал блок. Ладно, сейчас мы поставим наш блок. Давай. Что я для вас сделал зачарованные вещи, а также сделал зачарованную броню. Она, конечно, не читерская, но все же она поможет вам в бою и сохранит вас в целости. Ну, так, у нас где-то жители должны быть, возможно, они уже отправились в портал в ад, давайте за ними. Но, к сожалению, здесь ничего не изменил, и вот наш носатый. Давай, пошли обратно, тебе здесь нечего делать. Упс, извини, друг, извини, я не знал, что там. Так, ладно. Ну, это ничего, все же это житель, с ним ничего не случится, если он только не умрет. Ну что ж, карта, как видите, довольно маленькая, но все же она очень-очень классная. Также вы можете зайти внутрь этой башенки, погулять вот здесь, и во второй версии этой карты я планирую сделать вход вот в этот, как бы, бункер. Да, вы знаете, что такое бункер, и поэтому что-то в этом роде я хочу сделать именно в этом замке, чтобы вы туда прятались. А также, конечно, по ночам защищайте своих жителей от зомби. Ну а на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.